Приветствую вас. Знаете, ситуация, которую вы описываете, достаточно тяжелая, неоднозначная и непредсказуемая. Непредсказуемая она, потому что вы спрашиваете у нас, вот что вам делать? Принимать девочку сейчас после перерыва, после промежутка времени, да, которого вы не виделись, или нет? И вы знаете, не видя этой девочки, не зная всех обстоятельств, при которых она предала вас, нельзя сказать ничего конкретно про нее. И даже если бы можно было сказать что-то конкретно про нее, то это было бы, знаете, как вот просто некий такой вердикт, некий такой описательный элемент. А вы, допустим, она там такая-то, 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 да? И все. И уже вам решать, принимать ее или нет. Вам решать, рисковать или нет. Любые отношения по своей сути есть риск. Любые отношения. И риск этот заключается в том, что человек может быть с вами, а может уйти. И от этого никуда, к сожалению, не деться. Вот при всем желании от этого никуда не денешься. В любых отношениях человек может вас бросить. А давайте мы с вами посмотрим вот на что. Вы пишете, что, значит, вы намучились и так далее. Это, безусловно, мне очень понятно. Но вы говорили, что она через неделю начала общаться с другим мужчиной, и она вас предала. Вот сам факт предательства вы не раскрыли. Как это произошло? Если человек сказал вам, вот ты знаешь, я тебя больше не люблю, я не хочу с тобой больше встречаться, я буду встречаться с другим, это не предательство. Это выбор человека. Ну вот, она поняла, что с вами у нее ничего не получается. По крайней мере, того, что она хочет. И она решает жить дальше и попробовать с другим человеком. Это ее право. И подобное действие нельзя называть предательством никак. Вот если она от вас скрывала, вы узнали сами, или она проговорилась, или как-то еще, вот это да, это предательство. И в этом случае, во втором случае, нужно узнать у нее, а вы имеете право узнать это у нее, так как, ну, простите, вы не собираетесь вот так вот. Слепо доверяться человеку, который вас уже однажды бросил. Значит, вы имеете право узнать, почему она от вас скрывала, почему она не говорила вам ничего, если такое было, и что заставило ее так поступить. Вот каковы у нее были, вообще говоря, мотивы? Вот она вам скажет, да, что там, не нравилось с тобой, там, то-то, меня не устраивало, то-то, я там не могла, то-то. Хорошо. Что изменилось сейчас? Вот что сейчас, на данный момент, изменилось? Она перестала всем этим дорожить? Это для нее не главное? Или она не хочет быть одна? Конечно, она вам не скажет, потому что, скорее всего, она сама не знает этих моментов. Но вы для себя все-таки у нее спросите, а вот то, ради чего ты меня бросила сейчас, для тебя как актуально, я ведь тебе этого не давал, ты думаешь, я тебе буду сейчас этого давать? Если она скажет вам, что ей это уже не важно, то, скорее всего, она лукавит и вновь вас предаст. Потому что действительно ей это не важно. Пока. Ей важно сейчас не быть одной. Ей важно сейчас быть с тем, кто ее знает, то есть с вами. Когда она это получит, когда она, образно говоря, подпитается вновь потребности, которые сейчас для нее не важны, это шли на второй план, о себе напомнит, и она будет искать другого человека.
Просто потому, что важность — это очень такой процесс, знаете, не стабильный, неустойчивый. А если она скажет что-то типа того, что то, что ей было нужно, у нее уже есть, и она в этом больше не нуждается. Вот если она вам прямо так и скажет, что она больше в этом не нуждается, в том, ради чего она вас бросила, или поняла, что это ей не нужно, или что-то еще, вот тогда есть вероятность, что она вас больше не предаст. Просто потому что мотивов для предательства у нее больше нет. Что касается того, что человек никак не давал о себе знать вам, то есть, ну, не звонил, не писал, да. Очень важно здесь для себя понять два момента. Первый момент заключается в том, а была ли возможность у нее написать вам или позвонить. Если была, и она этого не сделала, то вероятно считала, что вы с ней не будете разговаривать. Ну вот так, к сожалению, бывает. А если возможности не было, то, соответственно, о чем мы говорим? Некоторые люди, и это, кстати, довольно распространенная практика, считают, что серьезные вопросы нужно обсуждать непосредственно друг с другом. Не через там телефон или переписку. И это их выбор. Но опять-таки, вам нужно спросить у нее об этом. Вы имеете право это знать. Почему, если она вас любит, все дела, почему она не давала о себе знать? И вот то, что она скажет, то, что она вам ответит, вам необходимо пропустить через себя. И поскольку отношения – это риск, и вообще говоря, любые чувства, любое поведение в данном случае и вообще в личных отношениях – это всегда риск, то что бы вы ни сделали, вы рискуете. Если вы с ней не будете, вы рискуете потерять человека, который вас любит. Ну, все в теории. Если вы будете с ней, вы рискуете вновь страдать. Вновь переживать то, что вы уже пережили. Может быть, только в разы сильнее, потому что это повторное предательство, оно как бы уже будет бить по вашей самооценке, по гордости. И в этой ситуации, конечно, выбирать нужно вам. То есть, вот что вы сами почувствуете себе ближе, то и нужно делать. Скажу только, что единоразовое предательство или вот из вашего письма не очень понятно, в чем заключается предательство, это нужно разбирать отдельно. А может быть, это предательство только лишь в вашем восприятии, а для человека не было предательством. То есть, вообще говоря, сперва вот вы у нее спросите, считает ли она то, что сделала, предательством. Или для нее это было просто вот, ну, как бы, нормальное, естественное поведение. Если она предательством считает, то есть согласна с вами, что да, она предавала. Ну, да, один разговор. Там можно надеяться, что человек так больше не поступит. А если она считает, что нет, она вас не предала, то это предательство только для вас. Ее убеждать бесполезно, и она вполне может поступить так еще раз. И, соответственно, если она может поступить так еще раз, то зачем обрекать себя на страдание? Если для нее это нормально, то вам просто такой человек не подходит. И это, в свою очередь, тоже нормально. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.